волчицу убил, а волчат найти не могу. Зачем тебя они? Нужны. Одному человеку подарок надо сделать. Три годочка была твоему отцу. Совсем мальчишка. Могил не говорят, тут думают. Ну, кто хочет играть? А на что играть будем? А? Да вот на что. Постой, постой. В левом углу звездочка. Да это же зажигалка Айдоса. Да сюда, то получишь, понял ты, ворона? Вы у него ее украли. Мне Хасен дал. Отдай, хуже будет. Тогда твой Хасен вор. А может, ты это самому Хасену скажешь? Посмотрим, какой ты храбрый. Скажу, не побоюсь я его. Отдай, отдай, я кому говорю, отдай. Ну, пацаны, хватит, вон стадо пригнано. Ну, пацаны, да пошли коров рычать. Да, да ну вас в чечку. Давай завтра пойдем и заберем твою зажигалку. Он не отдаст. Ты что, боишься Хасена? Ты просто трус. Ничего я не боюсь. Я вообще перестал любить зажигалку. От них только кашляешь. Прикуривать надо либо от спички, либо от костра.
Совсем другой вкус. Ты трусишь. А чего мне его бояться? С ним только не надо связываться. У меня же хороший характер. Это даже тетя моя сказала. А у меня что, плохой? Ну, кто говорит плохой? Просто ты бешеный. Это тоже твоя тетя сказала? Почему тетя? Это все знают. Маржан, принеси камчу. А где она, мам? Посмотри там. Сейчас. Папа, вот это? Иди занимайся. Увижу с Хасеном, ноги выдерну. Что я могу сделать? Разве за ними уследишь? И тебе голову оторву. Скорее бы уехала в город. 6, 7, 8, 9. На, держи. Два. Ой. Папа, а ты привезешь волчонка? Иди домой. Айгуль, иди сюда. Такое перед охотой не спрашивают. Это все предрассудки. Волчонок! Мертв. Опоздали. Задушил уже гад. Где-то волчица рядом. Вот их логово. Вернется. Стой здесь. Смотри, волчонок. Ух ты, живой. Где это тебя носит, а? Целыми днями пропадаешь. Овец надо было встречать. Я за Сармсаком ходил. А это что такое? Волчонок. Что ты? Рехнулся, что ли? Зачем притащил его сюда? А? А? Его шакалы чуть не съели. Лучше бы они съели заодно и тебя. Сейчас же отнеси его куда-нибудь подальше от дома. Куда я его унесу? Куда хочешь, чтобы мои глаза больше не видели его. А ну-ка! Слышал? Что он тебе мешает? Мешает, да?
Да, мешает. Ух ты какой! Не хватает еще твоего волка. Ой, Жексурон. Ты куда? Опять хлеб руками ломаешь? Сколько можно говорить? Ешь нарезанный. Что ты ворчишь? Не ломал я твой хлеб, не ломал. Это нарезанный, вот. Ах, дармоед, шляешься целый день. Книгу в руки не берешь, за водой не ходишь. Доведешь бабку до инфаркта. Совсем один останешься. Бабка выгнала. Почему? Не хочет волчонка. Может, и тебя? Да ты что? Меня отец убьет. Я тебе говорил, выбрось. Ты сам виноват. Загрызут, понял? Вот тебе сухой паёк. Завтра еще принесу. Поживи пока здесь. Быстро подрастешь. Но пока... Они тебя любят, Асамбек. Все такие мальчишки, глупые, да? Я говорю.
Эй, ты! Самат! Тебя Хасен ждет! Слышь? Зажигалку подарить хочет! Ну что, пойдем? Стой! Куда? Слышь, тебе что говорят? Стой! Куда ты бегаешь? Пусти, козёл! А теперь, Гелли-Гелли, покажи, какой ты сильный. Так, хорошо. Теперь другую руку. Вы только посмотрите, какие у него бицепсы. Браво, Гелли-Гелли! Умница! Молодец, молодец. А теперь Гелли-Гелли показывает танец. Цыганочка! Так, давай, иди сюда. Ого, кто к нам пожаловал? Отвяжись ты, иди! Так кто, говоришь, зажигалку украл? А? Не слышу. Или мне сказали неправду? Разве такой человек, как я, может украсть? Салага. Подумай хорошенько. Молчишь? А может, это Гелли-Гелли украл? Ну, конечно, это он украл. Тогда давай ему морду набьем. Воров надо наказывать, даже дураков. А теперь раздевайся. За клевету на честного человека я наказываю вдвойне. Раздевайся. Хочешь, фокус покажу? Опаля. Ты вор! Чего? Вор! Вор! Еще раз скажешь, задушу. Убью! Стой! Стой! Убью, гад! Ты что? Сюда! Отпусти меня! Отпустите меня! Гад! Да успокойся ты! Дядя Самбек, дядя Самбек, мы пошутили. Ты дерьмо! Пошел вон.
кто-то здесь кричал. Что он у тебя украл? Ничего. Ладно, успокойся. Злее будешь. Встань. Иди умойся. Пойдем со мной. Мать, почему ты такой грязный? Мать, почему ты такой грязный? Тебя папа бил? Не плакай, мальчик. Я пойду. Я тебе сейчас его покажу. А пока меня не было, он вырос? Ой, как вырос, уже кусается. А как ты его назвал? Хочу назвать Белый Клык. Ой, не надо, как у Джека Лонга. Назовем его Арстаном. По-казахски это же лев. Так что пусть будет Арстан. Кутя-кутя-кутя. Кутя-кутя. Арстан! Кутя-кутя-кутя. Арстан, где ты? Куда же подевался твой Белый Клык? Кутя-кутя. Держи. Кутя. Нет его? Что теперь делать, а? Как что делать? Искать? Его же собаки сожрут. Конечно. Если волк побежал, давно сожрали. А если во враге, может, еще живой. Пошли быстрей. Папа, папа, смотри. Смотри, гели-гели волчонка нашел. Папа, смотри. Папа, смотри, какой красивенький волчонок. Гели-гели-охотник! Смотри! А где он нашел? Не знаю. Во враге с ним играл. Доча, закрой рот. Молодец. Дай ему что-нибудь. Иди. Пойдем, пойдем, Гили-Гили. Пошли, я тебе дам что-то. Ну как? Накрылся твой волчонок. И в коровнике, и в загоне смотрел, нигде нету. Послушай, Айдос, мне сказали, что волчонка видели у Гили-Гили. Да? Я так и думал. Он же вчера весь день крутился у дома Санбека. Надо проверить. Пошли к нему. Пошли. Ты стой на шухере. Если что, свистнешь.
Арстан. Арстан. Папа, что так долго? За формалином ездил. Где-то дом, где-то барышня, что я люблю? Где-то дом, где-то дом, где-то дом, где-то дом. Это там такой веселый, а? Это ты, Касян, да? Хозяева в магазине. Я Натасе. Если что, свистну. Чего здесь? Да я стою тут. Асанбек дома? Там все дома. Ну, пойди, позови Маржа. Только чтобы отец не заметил. Сейчас. Только скорей, понял? Ну, давай, давай. Есть. Хочешь? Мам,
Ешь, Арсан, ешь. На. Самат, сынок, где ты? Иди воды натаскай. Сейчас, бабушка. День. Ой, какие у нас мальчишки невоспитанные. Прямо ужас. Самат, скажи честно, где ты все время пропадаешь? Что, не слышишь? Чего пришла? Я за водой. Что, нельзя, что ли? Здравствуй. Привет. Если хочешь, набирай. А ты что? А я потом. Мне некуда спешить. Ну, спасибо. Выходи замуж за Хасена. Чего-чего? Он вообще плохой парень. Зачем тебе такой коротыш-хвостун? Ты самая лучшая девушка в мире. Я только знаю, что для тебя... Ну, я для тебя... Что для меня? Ну что для меня? Я для тебя... Заладил одно и то же. Но... Для тебя... Арсан.
случилось, бабушка? Эх, волчонок у них пропал. Там Асанбек всю семью избил. Кого? Как кого? Жену избил, дочку Маржан. Из-за волчонка невесту в доме опозорил. Еще отец называется. Зачем Маржан избил? Откуда я знаю? Но это нас не касается. Иди, иди. Здравствуйте, дядя Асанбек. Здравствуй. Это я. Вижу. Ну, это я. Там тетя Асе плачет. Ну, вы ее били из-за волчонка. Что? Ну зачем же девушку на весь аул позорить? Запомни на всю жизнь. Больше никогда не вмешивайся в мужские дела. Понял? А теперь пошел вон. Извините, дядя Асанбек, но я вам волчонка все равно не отдам. Thank you.
скорее. Ой, давай, давай. Вы еще не уехали? А почему? У нас ни одна учительница больше года не задерживается. А мне у вас нравится. Ой, садись. Ой, я люблю природу. Ой, ну и дождь. Что с тобой? Это Арстан, мой дружок. Ну-ка, покажи. Вот. Это кто? Овчарка? Какой хорошенький. У меня в городе тоже собака была. Паниэль, Чарлик. Пропал, к сожалению. А может, и украл кто? Такое случается. Я объявление давала, но не нашелся. Жалко, конфетки нет. Хорошесть. Ой, смотри, верблюдики. Какие смешные. Вы что, первый раз видите? Да нет, просто эти какие-то облезлые. Они не облезли, их стригли. А куда они идут? Они не идут, их гонят. А куда? На бой. Вот кто украл у меня волчонка. Нет, это не я! Это вы украли! Вы! Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Давай сюда, волчонка! Сукин сын! Да отпусти же ты его!
нормально. Что, нахлебался воды? Отпусти, отпусти. Да отпусти же ты, волчонка, в конце концов. Отпусти его. Давай, снимай рубашку. Где мой волчонок? Вон он, твой волчонок. Гуляет. Пусти! Пустите! Эй, гири-гири! Иди сюда! Где мой волчонок? Да не потеряется! Вон, бегает! Есть кто в доме? Ну что, Асанбек, за волчонком пришел? Да, за волчонком. Не можем отдать. Почему? Ребенок болен. Волчонка волк вырастет. Это зверь больный. Его нельзя приручить. Он клетку не любит. Они хороши, пока маленькие. А вырастут, глотку перегрызут. Дядя Асанбек, добрый день. Это я, Хасен. Попрощаться прошу. Проходи. Здравствуйте. В армию идешь? Угу. Когда отправляют? В субботу. Деда на визит успел? Вчера ездил. Дядя Асанбек. Это хорошо. Извините,
приходите, пожалуйста, к нам. У меня проводы будут. Спасибо, Хасян. Но я не приду. Я плохой гость. Со мной скучно. Я все понял. Я вернусь совсем другим человеком. Вы меня не узнаете. Простите меня за все. Прощаю. Будь мужчиной. Ну что ж, служи честно. Возвращайся живым и здоровым. И не срами нас. Спасибо. Здравствуй. Здравствуй. Идешь провожать? Не знаю. Я буду ждать. Смогу, приду. Не смогу, не убежать. Ты пиши ей, а хочешь, не пиши. Тебе? Вырасти сначала, малявка. Пока приедешь, подрасту. Переволновалась, мама? Я сама чуть не умерла, пока это лекарство не принесли. Да, слава богу, обошлось. А ты похорошела, доченька. Совсем городская стала. Не скажешь, что из аула. Ну, ладно, мам. Что же ты матери ничего не говоришь, а? Так ты решилась или нет? Ты о чем? Сама знаешь. Ой, не знаю, мам. Как сказать сама-то? Он так любил отца. Я и сама не могу забыть. Зачем забывать? Надо помнить. Ну и о себе подумать надо. Женщине нужна семья, ребенку отец. Ой, да я все понимаю, мама, только... Он хороший человек. Да. Тогда выходи. Когда обратно? В воскресенье уеду. Так скоро. Он ждет.
Будь счастлива. Прошу тебя, пиши мне почаще, сынок. Зачем? Да потому что я буду волноваться, переживать за тебя. Кто тебя просит волноваться? Не переживай. Поезжай себе. У тебя в городе много дел и без нас. А вам не там-то курган? Пошел вон, козел! Ты что, сдурел, что ли? Псих! Почему ты так разговариваешь с незнакомыми людьми? И вообще, почему ты такой грубый? Кто, я грубый? Да-да, потому что я невоспитанный! Поняла, да! Некому меня воспитывать! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто тебе дал право? Поехала учиться, а сама мужа искала. Прости меня, сынок. Я не знала, как сказать тебе это. Раз ты знаешь, теперь все зависит только от тебя. Ты мне дороже всех на свете. Как ты скажешь? Возьми, сынок. Зачем? Ну, я прошу. Ну, кино сходишь, книги купишь. Арстен! Арстен, где ты, Арстен?
Волчонок, куда пропал Арстан? Ты знаешь, сынок, я ему сама отнесла волчонка. С ним столько хлопот. И еще ты заболел из-за него. Зачем ты это сделала, бабушка? Эх, бабушка! Эй, сынок! Дядя Санбек! Дядя Санбек! Откройте, дядя Санбек, откройте! Кто там? Айгуль, открой, скажи отцу, чтобы отдал волчонка! Быстрее, Айгуль! Но папы дома нет, он на кордон уехал. А волчонок? Кажется, с собой взял. Иди ко мне, иди, Арстан. Арстанчик. Арстан мой. Иди ко мне. Thank you.
фашист. Оно заряжено. Гад! Гад! Я тебя убью, гад! Фашист! Понял? Гад! Убью тебя! Сейчас! Сейчас! Гад! Сейчас. Thank you.